Всем недоброго времени суток. С вами, как всегда, я Дезертир, и у меня сегодня для вас не очень хорошая новость. В общем, в ближайшее время, если быть точным, скорее всего, где-то послезавтра, я переезжаю из города. И, в общем, что хочу сказать, видео в ближайшие пару месяцев, скорее всего, не будет, потому что... В общем, будет все хреново, поэтому такое. Сегодня и завтра, скорее всего, выйдут последние видео, которые я успел записать, и больше пока. В ближайшее время, к сожалению, ждать, скорее всего, ничего не придется, поэтому... Надеюсь, что вы меня поймете, но ладно. Я думаю, что постараюсь, насколько это возможно, если получится, сделать какие-то видео или хотя бы стримы, но не знаю. Все хреново, ребят, серьезно. Поэтому... С 1 апреля вас что, засранцы? Вы что, забыли, что сегодня сраное 1 апреля, да? Хотя готов поспорить, что на самом деле вы, скорее всего, этого не забыли. Но в любом случае, плохая новость на самом деле у меня действительно для вас есть. И это уже не шутка на 1 апреля, к сожалению, как бы мне хотелось, чтобы это было так. Но я действительно уеду в воскресенье в этом, поэтому стрима, к сожалению, в воскресенье не будет. Я попробую сделать его в субботу, но не обещаю, что у меня это получится, потому что в субботу где-то в 4 часа мне примерно надо будет уехать, и, собственно, в этом и заключается вся проблема. Но видео выходить будут. Стримы как бы на следующей неделе будут, и с этим все нормально. Также не забудьте посмотреть голосование, которое у нас находится в группе ВКонтакте. Там сейчас идет голосование за то, делать ли мне стрим по игре Крю. И, соответственно, если вы проголосуете за это, то мы с вами погоняем, покатаемся, там будет весело, интересно, и я думаю, что всем понравится. Ну а коли проголосуете, что нет, тогда в следующую субботу будет, как всегда, какой-то рандомный стрим из вами выбранных. На этом, собственно, вся информация у меня заканчивается, ребят. Я надеюсь, что не сильно вас огорчил, но в любом случае, всем спасибо за внимание и пока-пока!